Осторожно, мошенники. В Татарстане участились случаи обращения на телефон доверия МЧС от жителей республики. В их квартиры и частные дома приходят неизвестные люди и, представляясь сотрудником ведомства или газовой службы, просят жильцов впустить их внутрь. Объясняют тем, что необходимо проверить пожарную безопасность и провести инструктаж. Позже рекомендуют приобрести пожарные извещатели или датчики утечки газа. За установку одного датчика злоумышленники берут от 1,5 до 3 тысяч рублей. Хотя его розничная цена составляет 350-500 рублей. И установить его нетрудно при помощи 2 шурупов или скотча. Как напоминают в министерстве по чрезвычайным ситуациям, сотрудники ведомства при проведении проверок должны находиться в форменной одежде и обязаны предоставить служебные удостоверения. Помимо этого, МЧС не занимается продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за их сотрудников или газовой службы, предлагающих приобрести противопожарное оборудование, необходимо позвонить 102. Напомню, что с 2016 года в Татарстане проводится благотворительная акция по бесплатному оснащению жилья автономными пожарными извещателями для определенных социально незащищенных категорий граждан. Установкой данных извещателей занимается общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» во взаимодействии с органами социальной защиты.